куда вам? Коттеджный поселок Синицы. Не забудьте пристегнуться. Так значит, живешь здесь? Неплохо устроилась. Не ваше дело. Да понял я. Здравствуйте. А вы к кому? Здравствуйте. Я к хозяевам. Да вроде не ждем никого. Инга Михайловна, гости к вам. Здравствуйте. Я Тася Мешкова. Вам от мамы привет. Мешкова? Угу. Это Ульяшина дочка, что ли? Она. Ну, спасибо, конечно. Но только не стоило в такую даль ехать, чтобы привет передавать. А я у вас поживу. Поступаю. Заниматься надо. А в общаге, сами понимаете, шум, гам, условий никаких. А с чего это вы вдруг с мамой решили, что у меня условия есть? А как же? Мне мама все уши про вашу доброту прожужжала. Говорит, наши деревенские друг другу всегда помогают. И она вам когда-то помогла счастье свое устроить. Ну, ладно. Проходи, Тася Мешкова. Тася, сюда. Познакомьтесь. Это Тася, мой муж Павел Васильевич. Добрый день. Это мой замечательный сын. Мам, ты всем девушкам будешь говорить, какой у тебя замечательный? Ну, почему же не сказать, если ты такой? А я согласна с Ингой Михайловной. Очень приятно. А ты, наверное, отдохнуть хочешь с дороги? Лена, проводи гостя наверх. Благодарю. Дочка Ульяши и Сашки. Представляешь? Поступать приехала. Поживет у нас, подготовится, надо же помогать своим. Ходи. Привет. Привет. А ты кто? И что ты делаешь у нас в гостевой комнате? Я сейчас к тебе спущусь. Я Тася. А ты Алиса? Угу. Так что ты у нас в доме делаешь? Приехала погостить. Наша мама подруги. У моей мамы есть подруга. А что? Да так. Просто ее, кроме моего отца и брата, ничего в этой жизни не интересует. А вот в их дела свой нос совать, это да. Это она умеет. Подожди, а где наши мамы познакомились?
Так в школе познакомились? А, понятно. Так ты деревенская, да? Что, так глаза бросаются? Да нет, ты яркая, стильная. Парни, наверное, бегают, да? Да. Ну и за тобой, наверное. Бегают. А я за одним бегаю. Лёня зовут. Нравится мне. А в чем проблема? Да есть там одна. Соня зовут. Все ее в пример ставят, идеалом считают. В команде по волейболу с ним играет. Ясно. Осталось только пойти и повеситься. Ты что, издеваться будешь надо мной? Нет. Я думаю, чем тебе помочь. Слушай, а где бы вы могли с этим твоим Ленькой, так как бы невзначай, пересечься? В библиотеке. В столовке, на соревнованиях по волейболу. Отлично. Когда соревнования? Сегодня после обеда. Но только Сонька там тоже будет. Ничего. Ты тоже будешь не одна. Так что вы все думали, что события развиваются сами по себе. С тобой пойду я и брата твоего возьмем. Игоря, что ли? А он здесь при чем? Да ладно, ты что, запала на него? Когда ты успела? Мне много времени не надо. Мы так и не получили второго транша. Хотя запрос направили еще неделю назад. Глеб Борис, я понимаю ваше недовольство. Но финансовый совет банка настаивает, что сначала нужно ознакомиться с экспертизой вашего строительства. Условия мы вам выслали на почту и с курьером тоже. Вам разве не передали письмо? Передали, я это видел, но не счел серьезным. Я ваш давний клиент. К чему эти формальности? Ну, я бы не назвал это формальностью. Мы должны убедиться, что первый транш потрачен целево, без нарушений. Мы же и так пошли вам навстречу. Правила ведь они одни для всех. Начать строительство вы должны были на свои средства, а не на заемные. А, в этом причина отказа. Но видите ли, ходят слухи, что данный проект у вас не единственный. Говорят, что вы затеяли еще одно свое дорогостоящее строительство. Вот и появились опасения, что вы можете не рассчитать сил, средств. Вы слухи собираете? Отлично. А вы знаете, что дом престарелых – это социально значимый объект? Мэр лично контролирует его. Ему не понравится, если работы будут остановлены. Глеб Борисович, так ведь мэр и попросил предоставить соответствующую документацию. Деньги-то казенные. Хорошо. Я вас услышал. Будет экспертиза на днях. Ну, конечно. Вот это деловой подход. Я обещаю, как только получу заключение эксперта, деньги перечислим тотчас. Вот пара счетов свежих по аквапарку оплатить. Мне нужно срочно заключение эксперта о том, что со строительством этого чертового дома все в порядке. Боюсь, будет непросто. Из графика мы выбились раз, смета в три раза завышена два. И что, все неподкупными стали? Ну, Крысарев точно денег не возьмет. А он главный авторитет в этой области. Неподкупных не бывает. Просто у каждого своя цена. Крысарев это отношение не имеет. Понимаешь, его холдинг миллионами ворочает. Отсюда и доверие к нему. А для него репутация дороже денег. Тем более надо связаться именно с ним, чтобы все сразу заткнулись. Я же не заставляю тебя действовать так вот напрямую, в лоб. Есть у этого Крысталева одно слабое место. Его Шурин Родион. Он другой разговор. Пьет, играет бабы. У меня нет, все проще. Он неизлечимо болен. Родион Михайлович, я могу говорить с вами прямо? Конечно, говорите. Что нужно? В Германию ехать лечиться? Пожалуйста, нет проблем. Хоть завтра. Боюсь, ситуация несколько сложнее, чем вы думали. Консервативные методы лечения не дали ожидаемого эффекта, и вам необходима пересадка печени. Пересадка? Ну, и когда можно сделать эту пересадку? Видите ли, мы поставим вас в лист ожидания, но
Органа можно ждать годами, желающих предостаточно, и совместимость тканей никто еще не отменял. И что ей? И мы рекомендуем нашим пациентам привести дела в порядок, ну так, на всякий случай. Можно как-нибудь ускорить этот процесс? Это в компетенции Глеба Борисовича. Соболева. Соболев. Спасибо. Всего доброго. Сейчас я к нему зайду. Что-то не вижу. Понятно. Выбирай. Либо ты ксеришь для меня весь список литературы, либо ты звонишь моей преподаче по английскому и говоришь, что у меня ангина, я заболел. Ты чего? Ни то, ни другое. С чего бы это? С того ли, что я это терплю только ради тебя. Послушай, сестренка, я, конечно, как твой брат, но против составить тебе компанию в любое время. Но это чересчур даже для меня. Игорь, тебе скучно? Давай сбежим. Здесь неподалеку есть хорошее место. Веранда, живая музыка. Замена! Ребят. Ага. Вот, Сонька, пятый номер. Не знаю, что твой Ленька в ней нашел. Самое обычное. Вот именно. Да не же. Она необыкновенная. Что ты сказал сейчас? Игорь, ты куда? А вы... Вы замечательно играли. Спасибо. У вас такая подача, как у игроков Европейской лиги. Да? Да. А вы разбираетесь в волейболе? Я, ну так, на любительском уровне. В принципе, я... Нет, я, честно говоря, вообще не разбираюсь в волейболе. Просто вы как-то не похожи на других волейболисток. У вас есть какой-то секрет? Секрет? Да. А, да, мой секрет – счастливый пятый номер. Соня. Игорь. А вы в медицинском учитесь? Потому что я вас здесь никогда не видела. Нет, нет, я экономист. У меня здесь сестра учится. Она, собственно, меня и пригласила сюда. Если хотите, я могу вас с ней познакомить. Соня, ты еще здесь? Наши уже собрались, мы идем. Лен, иди, я подойду. Как это? Мы ведь собирались разбор полетов устроить. Победу отметить. Команда ждет, неудобно. А нет, если у вас какие-то другие дела, то мы можем поговорить в следующий раз. У нас дела. Сонь, пошли. Лёня, я же сказала, празднуйте без меня. Как знаешь. Как-то нехорошо сейчас получилось. Вы поссорились из-за меня со своим молодым человеком? Нет. Нет, он не мой молодой человек, никогда и не был. Где ваша сестра? А, собственно, вот она. Отлично сыграли. Нормально. Лёнь, ты подавал лучше всех. А у тебя футболка порвана. Хочешь, я зашью? Да отстань ты от меня. Пойдем, ребят. Лёнь, подожди. Девчонки! Спасибо. Вот, это Алиса, это моя сестра, Соня, Тася. Очень приятно. Виделись в универе. Да. Мы собирались в кафе пойти, там живая музыка будет. Пойдемте с нами. Леню позовем. А, нет. А. Нет, у нас другие планы. Уже у вас? Угу. Не изви, пожалуйста. Я просто пообещал Соне, что проведу ее до дома. Да. Да. И просто после игры у меня только одна мысль – поскорей домой. Ну, до встречи. Да, пока. Пока.
А что это было? Да, похоже, мой братец влюбился. И ты так спокойно об этом говоришь? Тебе же это Соне не нравится. Ну и что? Ты бы видела, как Леня на нее смотрел. Мне на руку, если они рассорятся из-за Игоря. А брата тебе не жалко? Она же хищница. Он все равно в Лондон скоро уедет, ей ничего не достанется. Тась, ну ты чего? Пойдем по магазинам прошвырнемся или в кафе. Давай. С тебя Цезарь и кофе. Большой. Идем. О, Родион. Привет, заходи, садись. Привет. Ну, чем порадуешь? Да нечем. Только что от врача. Сказал, что мне срочно нужна пересадка печени. Ух ты. Поможешь? Да, конечно, помогу, да. Фу, все так серьезно. Что ж ты с лечением затянул, а, Родион? Ай-яй-яй. Ну, ты не беспокойся, все, что нужно с моей стороны, я предоставлю. Лучший персонал, лучшая палата. Да на кой черт мне палата? Мне печень нужна новая. Чтобы не сдохнуть. Да, дело такое. Выпить не хочешь? Ах, да тебе же нельзя. А я вот выпью. Выпью, вроде. Я, знаешь, всегда хотел подражать начальникам старой формации. Ну, так, чтоб кабинет, стол, секретарша. Чтоб коньячок с лимончиком всегда подавали, кофе. Ну, извини, я отвлекся. Так ты говоришь, тебе печень новая нужна, да? Да, я знаю, что ты можешь помочь. Ну да, я много чего могу. Хоть и не начальник старой формации, но могу. Но вопрос не в том, что могу я. Вопрос в том, что можешь ты, ты, Родион. А что от меня требуется? Ничего особенного. Сущая безделица по сравнению с тем, что нужно тебе. Мне нужно, чтобы твой родственничек сделал хорошую и правильную экспертизу. И чтобы банк остался доволен. И все? Все. А в чем подвох? Нет никакого подвоха, Родион. Просто сведи нас по-дружески, и все. По-дружески? А как иначе? Я, кажется, Лера, не удивлен, что вы загубили эксперимент. Если один раз в две недели посещать лабораторию, то уж руками никак не научитесь работать. Поднимите осколки и переделывайте. Да что, я виновата? У вас беда какая-то, а не оборудование. Беда-то, когда пациент попал в прыщу Коростылевой, а ему еще рано в морг. Очень смешно. Нормальное оборудование купите, а потом будете свои занятия проводить, понятно? Каменный век какой-то. До свидания. Коростылева, вернитесь. Лёнь, привет. Пойдем кофе попьем. Другой раз, извини, на дежурство опаздываю. На дежурство? Ты работать устроился? Кем? Ключевое слово не кем, а куда. Хоть устроился санитаром, зато в клинику Соболева. Там платят хорошо. Утки выносить, что ли? Лёнь, ты же без пяти минут врач. Ты еще и клиника вот эта. Не понял. А что ты имеешь против клиники? Да ничего. Про хозяина слышала. Соболев, тоже мне профессор. Наверное, диплом купил в 90-е, да? Понимала бы чего. У него лучшая в городе клиника. А то, что диплом купила, смотри. Будешь так учиться, как бы твоему папочке не пришлось тебе диплом покупать. Лёня, я тебе футболку постираю. Выбрось ее, не нужна она мне. Игорь! Полотенечко не подашь? Тася, утонуть не боишься? Что я твоей маме скажу?
Не переживайте, не утону. Меня Игорь спасет, правда? Я бы так не думал, мне английский важнее. Правильно, сынок, английский важнее. Хватай что-нибудь. Спасибо. Учись, учись. Оставайся холостяком. Не надо за меня волноваться, мне невеста есть. Соня, до следующей пары еще час. Погода какая. Ага. Погуляем? Лень, ты извини. Игорь, я здесь. Извини. Привет. Привет. Как настроение? Хорошее. Это хорошо. А у меня для тебя кое-что есть. Что это? Это подарок. По какому поводу? А у нас с тобой очень важная дата. Мы с тобой вместе один день. И что такого важного в этой дате? Ну как что? Ну ты даешь. Важно то, что через 49 лет, 11 месяцев и 29 дней у нас с тобой золотая свадьба. Габриэль. Идем. Ну что, Лень, теперь ты свободен, погуляем? Опять ты, отстань. Ты слепой, что ли? Не видишь, у них все серьезно, хватит бегать. Не лезь, а? Без тебя разберу, что мне делать. Ну ты чего сидишь? Пошли домой. Я на ужин твою любимую пасту с морепродуктами приготовлю. Пошли. Мишка, ты меня любишь? Ну, конечно, люблю. Что за вопрос? Ты чего? Ты чего, девочка моя? Ну ты что? Ну, конечно, люблю. Конечно. А чего спросил-то? Пойдем. Мне кажется, ростбиф суховат немного. У нас новость. Ну? Угу. У Игорька девушка. Что будем делать? Ну, как что делать? Погреб у нас есть. На цепь посадим. Короткую. Не смешно. Инг, мне кажется, это нормально, что он в этом возрасте встречается с девушкой. Нет, это все прекрасно. Но только, может, он доучится сначала? Учеба на первом месте. Ну, кто ж спорит-то? Спорт учебе же не помеха. Мать, парень 24 года. Да погуляет, пока молодой. Угу. Ты вот уже не очень молодой. У тебя тоже целыми днями дома нет. Мы юбилей с тобой будем обсуждать? Инг. Я устал, как собака, а? Конечно. Дело, как считаешь, нужно. Спасибо, Розби был прекрасный. Алло. Алло, Роди, слышишь меня? Я по поводу Игоря. У нас девушка появилась. Инга, ну не будь наседкой. Прими как данность. Мальчик вырос. Я хочу, чтобы он побыстрее уехал в Англию, а не шлялся с кем попало. Ты можешь ускорить процесс? Не знаю. Документы уже все согласованы. Привет. Извини за опоздание. Привет. А почему здесь? Почему не на нашем месте? Дядя позвонил и попросил встретиться. Вот я подумал, было бы здорово вас с ним познакомить. Пойдем. Да, да, это будет весело. Поверь, будет весело. Все будет хорошо. Пойдем. Ты ну что ты перестань? Вот он тебе понравится, я тебе обещаю.
Здравствуй, дядя. Привет. Вот познакомься, это мой дядя, дядя Родион. Родион Михайлович Думанов. Здравствуйте, и я Соня. Очень приятно. Присаживайтесь. Что будете есть, пить? Нет, ничего не надо, спасибо. Нет, нет, так не пойдет. Девушка, принесите, пожалуйста, чай, пирожное. Вы как, Соня, сладкое любите? Да. Дядь, ну зачем ты позвал? Вот документ для той стажировки в Лондоне. Почему так рано? Стажировка начинается только через полгода. Погоди, тут другие даты. В каком смысле? В прямом смысле. Тут написано, что у меня стажировка начинается через 2 недели, а не через полгода. Почему? Наверное, что-то с датами напутали. Но это ведь не важно. Ну как это не важно? Это важно. Ты можешь это как-то поменять? Сомневаюсь. Ты уже зачислен. И, как сам понимаешь, желающих попасть туда очень много. А что, собственно говоря, тебе мешает ехать? Соня, вы не знаете? Очень приятно было познакомиться, Соня. Ну, пока. Пока. А ты почему ничего не ешь и кофе не пьешь? А ты почему не говорил мне, что собираешься в Лондон? Да. Эта стажировка должна была начаться через полгода, а не через 2 недели. Я был уверен, что успею тебе сказать. Поняла. Нет, я правда все поняла. Я, наверное, пойду. Куда пойдешь? Соня. Твой дядя мне очень понравился. И ты прав. Было очень весело. Полюбуйся на это. Это что? Это что, отказ? Нет, нет, это не отказ, но кто-то напутал даты, теперь придется ехать раньше. Слушай, как так вышло? А впрочем, мне это только на руку. В каком смысле? Я чего-то не знаю? Да с Наташкой Петровой соседнего отдела романчик закрутился, не знал? Ну так, ничего серьезного. В киношку бегали. Отдыхали пару раз вместе, но она вбила в голову, что все, пора кольца покупать. А я, сам понимаешь, я карьерой заниматься хочу, и этого не понять. Так что да здравствует Лондон. А как же ты потом Наташе объяснишь? Ну, что тут объяснять? Девушка, она красивая, умная. Думаю, через год вернусь, у нее же колечко будет, вот и рассосется, само собой. Слушай, а что ты такой кислый? Да так. Ничего. У меня девушка есть. Соня зовут. И я не хочу, чтобы кто-то другой надел ей на палец кольцо. Извини, Алекс, но Лондон отменяется до лучших времен. Игорь. Игорь, ты хорошо подумал? Игорь! Что-то случилось? Случилось. Выходи за меня. Что? Выходи за меня.
делаешь мне предложение? Да, да. Вот так? Ну, как-то так, да. Может быть, немножко глупо, но я просто сегодня подумал, если я тебя потеряю, я с ума сойду, я не могу тебя потерять. Ты меня любишь? Люблю. Ну вот, я тебя люблю. Чего ждать? Давай поженимся. Подожди, подожди. А Лондон? А Лондон, а родители твои? И никто вообще ничего не знает. Это будет как снег на голову. Ну нет, не будет. Они у меня потрясающие люди, они тебе понравятся, я тебя с ним познакомлю. И я уверен, они примут любое мое решение. Подожди, я уверена, что они примут твое любое решение, что они замечательные. Только у меня к тебе встречное предложение. Какое? Давай ты сначала познакомишься с моими. Вообще не вопрос. Сегодня. Придешь на ужин? Сегодня. На ужин. Зря я, наверное, этот оливье затеяла. Прошлый век, кто его есть-то будет? Я буду есть. А всю эту новомодную еду, средиземноморскую, суши, муши, пускай молодежь по ресторанам ест. Да, что ж такое-то? Я вообще не понимаю, что это за манера такая? Сколько они встречаются? Дня три, наверное. Вы сразу к родителям тащит она его, а? Прекрасно. По крайней мере, будем знать, с кем она и где проводит время. А ты чего хотела? Я бы хотела, чтобы она для начала институт окончила. Вот чего бы я хотела, Миш. Ты вообще в порядке? В порядке. А чего так нервничаешь? Я не нервничаю. Давай. Спасибо. Нервничаю. Просто у меня чувство какое-то нехорошее. Да ладно, прекрати. Не мы первые, не мы последние. Ну да. Мам! Пап! Ну что ты застыла? Снимай фартук, пойдем. Здравствуйте. 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 Игорь. Очень, очень приятно. Игорь Крастылев. Друзья, спасибо большое, что пришли разделить сегодня с нами наш праздник. Мы уже, о, страшно сказать, 25 лет как женаты. Я очень хорошо помню этот день, 25 лет назад. Он был такой же солнечный, такой же яркий, теплый. Дорогая, спасибо тебе за этот праздник. Шикарные наши фото, кстати говоря, да. Я уверен, что нас ждут еще много прекрасных солнечных дней и лет. Радуйтесь, получайте удовольствие. Ура! Горько! Ух ты! Помада. Так, ну а по традиции свадебный букет? Невесты, прошу. Невесты на выход. Так. Готовы? Спасибо. Что-то случилось? Игорь где? А вот он. О, сынок. Ну где же ты был? Какая же ты красивая, Маша. Да, спасибо. Ой, это мне. Прекрасно. Ну ты пропустил все начало. Я ничего не пропустил. Я видел, как Тася ловит твой букет. Сразу видно, кто замуж хочет.
А... Все хорошо. Я к гостям пойду. Так, а... Лена, поставь букет, пожалуйста. Угу. Осторожно. Хорошо. Он у тебя такой внимательный. Такая редкость в нынешние времена. Кому-то повезет с мужем. О, не спеши его женить. Ага. Хорошо. О! Инга Михайловна, с юбилеем. Спасибо. Спасибо огромное. Алекс! Простите меня. Да, конечно. Спасибо, не надо. Эй, за себя говори. Мне вот очень надо выпить. А ты как думал? 2 года готовились к этой поездке. Проекты, язык. А планы какие грандиозные были. Все коту под хвост. Алекс, извини, я тебя прекрасно понимаю. Mm? Извини. Really? I don't think so. Нет, я правда тебя понимаю. Но все, решение принято. К тому же эта поездка, она никуда не денется. Она просто откладывается на время. Надеюсь, что Соня стоит твоих жертв и моих нервов. Скоро сам все увидишь. Очень на это надеюсь, потому что с твоими мозгами и английским дипломом ты бы через год был советником в министерстве. Ты не понимаешь, Алекс. Диплом никуда не денется. Ладно. Последний вопрос. Предки в курсе? Вот вы где. Вот чувствую, молодежь затевает какой-то каверзу. Здравствуйте, Павел Васильевич. Поздравляю вас с юбилеем и вашу супругу. Ладно, ладно. Супруге моей сам красивые слова скажешь. Ну что, где наша Соня? Надеюсь, скоро будет. Такси, наверное, не может вызвать. Такси? А машину за ней не догадался послать? Она бы отказалась. О, Станислав Владимирович. Рад вас видеть, да, рад. Да, представляю, как ты огорошил своих новостью, что не едешь в Лондон. Инга! Ах, Родя! Поздравляю. Дорогой, спасибо. Познакомься, Глеб Борисович Соболев. Я друг вашего брата. Родион, ну что же ты? Все уши прожужжал мне о том, какая твоя сестра замечательная хозяйка и мать, а ни словом не обмолвился о том, что она у тебя прежде всего красавица. Это вам. Ой, спасибо большое, какая прелесть. А, Роди, помоги. Спасибо. Ой, ну что вы. Ты не ревнуешь, дорогой? Ну, ревную, конечно. Знакомьтесь, это мой супруг Павел. Павел Васильевич Коростылев, муж моей любимой сестры. Соболев Глеб Борисович. Очень приятно. Сонечка, тебя мама зовет. Мам, пожалуйста, только очень быстро, я опаздываю. Ну ладно, мне-то ты можешь время уделить, правда? Я не знаю, правда, как начинать этот разговор. Я всю ночь промучилась. Я знаю, что ты сейчас все будешь воспринимать штыки. Ты меня просто выслушай, хорошо? Хорошо, только очень быстро. Быстро. К нам вчера приходил Игорь. Он замечательный парень, но... Вам не стоит встречаться. Что? Я... Погоди, мам. Я сейчас собираюсь к его родителям на юбилей. Он хочет нас познакомить, они меня ждут. Что значит не стоит встречаться? Если ты боишься, что наши отношения как-то повлияют на учебу, я обещаю тебе, этого не случится. Это учеба здесь совершенно ни при чем. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Сессия на носу, сессия на носу. Соня, послушай меня, пожалуйста. Разговор трудный, мне непросто. Я когда его вчера увидела, я поняла, что я обязана тебе все рассказать. Но просто я не знаю, как. Да о чем рассказать? О том, что случилось много лет назад. Ты представляешь, я очень хорошо знаю родителей Игоря. И Павла, и его отца, и Ингу, и его маму. Мы вместе выросли. Потом они поженились, и после свадьбы у них родились 2 мальчика. А, нет. Нет, ты что-то путаешь. У Игоря брата нет. У него есть только сестра Лиза. Не перебивай меня, пожалуйста. Мне правда очень непросто. Но я тебя прошу.
общем, в какой-то момент мальчишки очень серьезно заболели. Ну, а ты сама понимаешь, это деревня, ночь, естественно, врачей нет. Паша прибежал ко мне до смерти перепуганный, очень просил помочь. Я, естественно, согласилась. Ты знаешь, я тебе клянусь, я сделала все, что могла. Вернее, так, я в принципе, сделала все, что было возможно в этой ситуации. Но, к сожалению, ну, большому сожалению, одного мальчика мне спасти не удалось, и он умер. Это какой-то кошмар, и я прекрасно понимаю, что я страшно виновата перед этой семьей. И мне очень плохо от этого. Я каждый день об этом вспоминаю. Мамочка. Мам, ну ты чего? Если ты не смогла помочь, никто не смог бы помочь. Тебе было всего лишь 20 лет. И родители Игоря должны это понимать. И ведь столько времени уже прошло. Маленькая, наивная девочка. Есть такие вещи, которые в принципе нельзя простить. Независимо от того, сколько времени прошло. Представь себе, как отнесутся к тебе его родители, и что тебе сам Игорь скажет, когда он узнает, что твоя мать фактически убила его родного брата. Алло. Соня. Соня, ты в порядке или что-то случилось? Да. Я не знаю. В смысле, да или нет, не понимаю. Просто мне кажется, ты, наверное, немножко переволновалась. И очень напрасно, потому что у меня замечательные родители, они сами ждут встречи с тобой. Давай я сейчас за тобой машину пришлю, и ты приедешь, мне все сама расскажешь. У нас здесь весело очень, музыка играет, слышишь? Игорь. Не надо машины. Я не готова знакомиться с твоими родителями. И со свадьбой мы, кажется, тоже поторопились. Ты меня прости, если сможешь. Прекрасный торт, даже резать жалко. Но если моя жена решила подсластить и без того нашу счастливую жизнь, то почему бы и нет? Игорек, торт. Сынок. Игорь. Ты понимаешь, что происходит? Да, понимаю. Соня. А, ну я так и знала. Я, как всегда, оказалась права. Эта девка приносит одни неприятности. Игорь, а я букет поймала. В этом году я выйду замуж. Не выйдешь.